Друзья, всем привет! Наконец-то я с вами связываюсь не с автомобиля, а с так называемой домашней студией. Вот решил записать такое видео, оно будет, наверное, чуть подольше, чем обычно. У меня накопилась куча проектов. Какие-то из них новые, какие-то из них старые. Ну вот я хотел продемонстрировать вам все их. Может, какие-то будут пожелания у вас, может, какие-то вы мне идеи подарите. Они все незаконченные, то есть я их когда-то начинал, потом они у меня откладывались в долгий ящик. Ну и вот я решил, может, вы мне какие-то подсказки дадите. Начнем, пожалуй, с нового проекта. Называется он такой, дежурное его название, хоррор. Звучит, конечно, многообещающе. В принципе, я прописал тут буквально, наверное, по времени на минуту, полторы. Давайте начнем с него, послушаем. Небольшая ремарка. Пишу я сразу с двух камер. То есть одна, которую я смотрю сейчас, и вторая вот она здесь. Потом посмотрим, какая камера запишет лучший звук. И, соответственно, вставим эту дорожку уже в видео, чтобы вам было комфортней. Так что усаживайтесь поудобнее. Видео, повторюсь, будет, наверное, подольше, чем обычно. Ну и послушаем мои наброски, так сказать. Где-то они будут совсем-совсем коротенькие, но все же я думаю, что это будет интересно. Давайте начнем с первого проекта. Два экрана у меня здесь, у меня микшерный пульт. Так мне удобнее работать. Это уже слышите, да, первые отголоски хоррора. Тянет на техно, наверное. Но на этом остановилась моя идея. Она такое нудная, да, вот это вот начало. Я думаю, что из-за чего я и назвал его как бы ближе к техно, потому что оно истинно клубная такая музыка, которая играет одна и та же тема довольно долго. Так, есть у меня для вас интересный проект. В свое время я, если кто не знал, у меня была рок-группа своя, занимались мы. Пели, играли, даже где-то выступали так недолго, но... И тогда мне очень нравилась группа Король и Шут. Я ее тоже считаю культовой, как и Linkin Park, только это российский вариант. Но это, естественно, там это альтернатива, а здесь это панк-рок. И вот была у меня такая задумка написать на их знаменитый, наверное, трек «Мертвый анархист», некий ремикс, что ли, но акапеллу не найти в сети. Или в сети, как там правильно. Я решил, как обычно, писать на оригинал. Ну, давайте вот послушаем, что у меня из этого получается. Может быть, когда-нибудь я его либо допишу, либо... То есть тут же играет оригинал, и тут же я уже наложил. Ослепший старый маг ночью по лесу бродил. Достаточно громко. На кладбище разлил он волшебный эликсир.
замес. Набор инструментов он совсем маленький, так как в оригинале их с избытками так хватает. Ну и вот такие маленькие, давайте разберем, допустим, что у меня здесь прописано. То есть это гитара, как слышите, да? Из этих вот то, что называется. Здесь тоже гитара. Вот так вот это и звучит. Возможно, кому-то понравится. Пишите в комментариях. Выслушаю все. Так, теперь всеми любимый Виктор Цой. Да, есть еще одна работа. Тоже она у меня почему-то встала. Не хватило мне идеи, видимо. Но я думаю, что если посидеть и постараться, ну давайте послушаем, все ее узнаете сразу. А здесь уже я пишу не на оригинал, просто. Но опять же, акапеллы нет. Приходится, как и в случае «Скончится лето», выкручиваться. Сейчас с басом. Ага, здесь уже кончилось. Вот такой вот проект. Так, что у нас есть еще? Все ведь, наверное, смотрели фильм «Бригада». Да, даже на нее я что-то калякал-малякал. Давайте глянем. Там, наверное, маленький кусочек, я так думаю, совсем. Вот он, да. Ну, давайте послушаем. Наверное, узнаете эту тему. Все на этом, да, здесь. Так, вот такой вот есть интересный проект, это, я так понимаю, тоже я писал что-то типа трека. Ну, давайте послушаем. Что-то очень странное. Пачка сигарет, что ли? Я даже еще и на свою еще одну песню. Вот, получается, писал. Давайте.
Слушаем. Да, даже это есть. И, кстати, у меня еще один трек есть. Легенда. Да, я начинал тоже подбирать. Угу. Где-то есть несхожесть. Видимо, не хватило меня до конца. Все вы знаете проект Тануко, да, ведь уже я два ремикса на них писал. И есть у них такой замечательный трек. Давайте быстренько его продемонстрирую, если кто не слышал. Называется «Видлик». Он у них очень знаменитый. Кто смотрел «Танцы на ТНТ», он там был, по-моему, не один раз появлялся. Их родном языке, на украинском. Вот этот замечательный инструмент. Вот этот замечательный инструмент, который вы видели сейчас, я вам его продемонстрирую. Называется бугай. Вот этот вот инструмент. Ну и вот на этот трек я тоже пытался что-то сделать. Вообще история этого трека интересная. Вот который голос вы слышите, это голос Google переводчика. Ребята так выкрутились. То есть если вас не затруднит, можете посмотреть, как он звучит. Я тоже записывал все эти слова уже. Ну и пытался что-то налепить там, но такой оригинал мощный, очень тяжело сделать его еще лучше. Сейчас продемонстрирую, если найду. Так, где-то был. Очень много проектов накопилось. Звук такой, конечно, подобрать весьма-весьма тяжело. Ну это раньше здесь еще были вот эти слова из Google переводчика. Но так он у меня почему-то и не пошел дальше. Так, что у нас есть еще интересного? Может попробую посмотреть какой-нибудь. Так, одна камера сдохла, походу, да? Не посмотрел. Давайте разберемся с Линкин Парком. Он же у меня почти готов, так что вот такая небольшая реклама. На следующей неделе он уже выйдет. Питаю на него очень большие надежды. И сразу обращусь к вам с просьбой очень сильно его поддержать. Прям максимально репостами, лайками, комментариями. Я знаю, что много людей следят за моим творчеством, которые, у которых есть свои группы какие-то, там Deep House, их полно, их очень много. Максимально распространите этот проект, потому что я думаю, что он удался. Он почти закончен. Давайте послушаем. Также, примерно тот же кусочек, который я вам вставлял в автомобиле. Я добавил инструментов каких-то.
пожалуй, хватит. А то уж я вам его целиком и полностью покажу. Очень надеюсь на этот трек, что он хорошо, так скажем, зайдет всем. Ну и, пожалуй, вот пока не вижу, что у меня еще есть показать. Есть кое-какие проекты, но тут, я думаю, что это, я так полагаю, трансовый мой проект. Да, он даже тут иначе два кубика прописан. Ну давайте для... А, вот. Еще какая-то есть штука интересная. Все дежурные рабочие названия, если вам видно на камеру, тут полная у меня, полный хаос здесь творится, но так в таком вот творческом беспорядке я работаю. Давайте послушаем. Да, это напоминает, наверное, трек «Две души». Начало. Возможно, из него и родилась, это нет. Это другая идея была. Но давайте послушаем. Сейчас что-то будет. Истинно клубный звук, он мне очень, конечно, нравится. Пожалуй, все, что я, наверное, вам хотел показать. Нет, еще есть один проект. И опять король и шут. Уж так сильно я его люблю, видимо, да? Не, у них музыка выше всяких похвал. Кто следил за их выступлениями раньше, у них некое интро существует к этому треку. Это самый главный, наверное, хит всех времен и народов. Есть них. Для подбора трека я беру, в принципе, любой инструмент, то есть это просто велась работа для построения вот этой мелодии. Сейчас здесь расстроится. Случай у меня после обновления слетел вот данный, так, не данный инструмент, сайлент 1, да, вот теперь он постоянно, и сейчас он в демо, вот в старых проектах он в демо варианте, где дядька постоянно напоминает нам, что спасибо, что вы используете демо версию этого инструмента. То есть я его уже переустановил, но когда старый проект открывается, он вместе с ним. Вот и все, друзья. Спасибо за просмотр. Мы с вами записали 20 минут, как я вижу. И я думаю, что вам понравилось. Надеюсь, пока не... Заткнись, не говори. Предлагайте какие-то свои мысли, идеи. Можете предлагать идеи для каких-либо ремиксов в дальнейшем. Если меня смотрят какие-то молодые вокалисты или вокалистки, пожалуйста, пишите. Можете посотрудничать. Это очень интересно. Я всегда за.
Ну и подписывайтесь на видео, добавляйтесь в друзья, ставьте лайки, репосты, продолжайте поддерживать. Есть и материальная поддержка, буду очень признателен, если вы окажете мне. Ну и до новых встреч. Всем пока. Спасибо.